Генеральная прокуратура страны установила факты распространения в соцсетях провокационных сообщений и роликов экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана». В них руководитель данной организации Мухтар Аблязов и его сторонники призывают граждан республики выйти 23 июня на митинги. Для пропаганды на деньги Аблязова были изготовлены ролики, в которых снялись не граждане Казахстана, а украинские актеры. Содержание этого видео не соответствует действительности и направлено на разжигание социальной и межнациональной розни. Напомню, с 13 марта этого года деятельность ДВК запрещена на всей территории республики. Любое участие в экстремистской организации и ее финансирование влечет уголовную ответственность.